Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Упражнение 198. Прочитай слова. Какими буквами на письме обозначен звук «ий»? Йод, лайка, зайка, мой, елка, еле, яма, юла, поет, поезд, пояс, вьют. Спеши. Подчеркни буквы, которые обозначают звук «ий». Гласные буквы «е», «ё», «ю», «я» в начале слова и после другой гласной обозначают по два звука. Иотированные гласные мы их называем «ий» и этот гласный. Звук «ий» мягкий. На письме обозначен буквами «е», «ё», «ю», «я». Посмотрим внимательно на столбики слов. Первый столбик. «Йод», «лайка», «зайка». Здесь звук «ий» обозначен буквой «ий». Если же в слове «елка», «еле», «яма» и «юла» в начале слова стоят буквы «е», «ё», «ю», «я», то в начале этого слова эти буквы обозначают двойной звук. В слове «елка» – «и-о», в слове «ели» – «и-э», в слове «яма» – «и-а», в слове «юла» – «и-у». Посмотрим на третий столбик. «Поет», «поезд», «пояс», «вьют». Здесь гласные буквы «е», «ё», «ю», «я» стоят после согласных. После гласных, извините. Поэтому они точно так же обозначают два звука. В слове «поет» буква «ё» обозначает «и-о», в слове «поезд» – «и-э», в слове «пояс» – «и-а», а в слове «вьют» – «и-у». Это третий случай обозначения двух звуков, когда после мягкого или твердого знака стоят эти буквы. Подчеркните эти буквы, которые обозначают звук «ий». Если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, вы можете их оставить в комментариях под видео.